Содержание территории в надлежащем состоянии – тяжелый труд, требующий огромных затрат, времени и сил. С этим не под силу справиться в одиночку ни одной специализированной организации. Только вместе, объединив усилия, жители района смогут содержать улицы своего аула в чистоте. Сегодня на территории Кашхабльского района прошел очередной чистый четверг. В наведении порядка на территории района приняли участие работники бюджетной сферы, а именно сотрудники администрации района и сельских поселений, управления образования и культуры, работники спортивной школы и другие. Целью мероприятия стала очистка закрепленной за каждым учреждением и организацией муниципалитета территории. В этой связи участники субботника привели в порядок территории, прилегающие к общественным и административным зданиям, места достопримечательностей, очистили тротуары и обочины дорог от мусора. Отметим, что сегодня вышли все, кто изъявил желание сделать свой район чище и уютнее. Каждый из коллективов внес весомый вклад в наведение порядка на закрепленных участках.